Владимир Зеленский отписался от жены Мартиросяна в Инстаграм. Супруга юмориста недоумевает, почему же это произошло. Президент Украины Владимир Зеленский отписался от жены юмориста Гарика Мартиросяна Жанны в Инстаграм. Супруга комика недоумевает, почему это произошло. Жанна Мартиросян опубликовала пост с информацией о том, что перестала быть интересна украинскому президенту на своей странице в соцсети. По словам супруги юмориста, изначально о том, что глава соседнего государства подписан на ее аккаунт, ей сообщили подписчики. Однако недавно пользователи сообщили ей неприятную новость в комментариях. В связи с этим предположили, что и здесь не обошлось без политики.